Rainbow English, 6 класс, рабочая тетрадь, юнит 1, задание 19. Нам нужно вставить правильные слова, которые у нас пропущены. Но первые буквы есть, поэтому все будет довольно легко. Слова те, которые в вашем параграфе сейчас идут как новые. Так, Cambridge. Cambridge – один из самых известных городов of the world, мира. Спросите кого угодно. Anybody в утвердительном предложении значит кого, кто угодно, кого угодно. Спросите кого угодно, чем известен этот город. The answer – ответ всегда тот же самый. За его университет. Все это знают. Everybody, получается, нам нужно. Все. Но никто не может вам сказать. Nobody – это уже никто. Кто основал его? Founded. У нас прошедшее время стояло, но нам нужно было добавить сам глагол, то есть found – это основывать. Он, ну как бы, он начинает свою, так скажем, историю на протяжении 13 века. 13th century. И, скажем так, разросся, то есть вырос быстро на берегах реки Кэм. Grew fast. Быстро. У нас и наречие прилагательное быстрый, быстро. Все одним словом это слово fast. На, понятное дело, на берегах on the banks. В Кембридже более чем 20 колледжей, colleges. Многие из строений по смыслу, то есть это у нас слово building, S за нас поставили, очень старые и красивые. Вы можете встретить посетителей из other countries, из других стран. Но летом, in summer, English people, англичане часто move. Move вообще двигаться, но здесь в смысле как переезжают от своих домашних домов, ну, из своих домов в Кембридже, на один из самых больших фестивалей народной музыки в Англию.